Короткое, но жаркое сибирское лето сменило не менее короткая осень, время, в течение которого коммунальщикам Абакана нужно провести генеральную уборку на улицах и в парках, подготовить город к первому снегу. Основным пунктом здесь, как правило, это состояние дорожного полотна, за которым следит спецавтобаза ЖКХ. Последние теплые дни мы наращиваем силы и завершаем те работы, которые не успели сделать летом. Это и по ямочному ремонту подтягиваем работу для того, чтобы дорожное полотно в зиму у нас вошло целое, хотя оно в нормальном состоянии у нас в этом году находится. Вот. Также проводим работы у нас по ремонту малых архитектурных форм всевозможных. На этой неделе и ремонтировали памятники всевозможные, и меняли мы лавочки, урны доставляли. Также сейчас проводим работу завершающую работу помойки остановочных пунктов. Вот. Также ведутся работы у нас по профилированию улиц в частном секторе. Остался у нас Красный Абакан, завершаем, там буквально три улицы осталось. С дорожным ремонтом городским коммунальщикам нужно закончить как можно быстрее. Для спецтехники и персонала скоро откроется новый фронт работ. Сегодня его уже готовит сама природа. Опавшие листва, ветки, сухая трава. То, что касается осеннего двухмесячника, работы сейчас будут усиливаться с приходом минусовых температур. Лист еще не падал. Ну, соответственно, в ближайшую неделю, скорее всего, это произойдет, и активно придется убирать листву и вывозить с территории города. То, что касается подготовки учреждения к прохождению зимнего периода, работы сейчас ведутся в полной мере. Техника частично уже переведена в зимний режим работы, подготовлены комбинированные дорожные машины, приобретен и имеется запас противогололедного материала. Так что, в принципе, первые гололедные явления нам не страшны, мы, в принципе, готовы. Первый гололед, первый снег. Капризам небесной канцелярии, коммунальным службам Абакана не привыкать. Подготовка к зиме у муниципальной спецавтобазы ЖКХ идет по графику.